Если вы не понимаете, что сознание, которое выдает вам себя за вас, хотя на самом деле это вот вы мозг, если вы не понимаете эту закономерность, вот эту, да, вы будете обожрались на холодильнике и случайности. И вам говорят, хватит жрать по ночам, а вы говорите, не могу. Когда вы понимаете закономерности, которые к этому приводят, вы можете придумать инструмент, который позволит минимизировать этот ваши внезапные опаньки. То, что этих опаньки будет огромное количество, потому что, в принципе, мир устроен таким образом, что он плохо сделан. Вот. Он еще все хуже становится.